Я от всей души хочу поблагодарить Казанский федеральный университет, руководство библиотеки университета за такую уникальную возможность собрать наследие, рукописное наследие нашего выдающегося татарского теолога, востоковеда Хусаина Фаисханова. 18 мая в Музее истории Казанского федерального университета состоялось открытие выставки «Хусаин Фаисханов. Верность истине». Она проводится в рамках 14-го международного экономического форума «Россия и исламский мир. Казань-форум-2023» и Всероссийского научного форума «Татары и исламский мир», приуроченного к 200-летию со дня рождения теолога, востоковеда Хусаина Фаисханова. В мероприятии принял участие первый проректор, проректор по научной деятельности Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский. Но такой большой проект осуществляется впервые, когда рукописи Хусаина Фаисханова наконец встретились вместе на одной площадке, благодаря тому, что они сохранились и были переданы в разные книгохранилища потомками учителя Хусаина Фаисханова Шагабуддина Марджани. Хусаин Фаисханов – российский богослов, общественный деятель, педагог, историк, востоковед, тюрколог, археограф, каллиграф. Сыграл значительную роль в развитии духовной культуры татарского общества второй половины XIX века. Выставка в Казанском федеральном университете представляет из себя эксклюзивные рукописи Хусаина Фаисханова, его учителя и других известных тюркских просветителей. Отметим, что организаторами мероприятия являются Казанский федеральный университет, Московский исламский институт, Национальная библиотека Республики Татарстан и издательский дом «Медина». Алина Абдрахманова, Никита Акиньшин, Универньюз.